сказал бы я на месте Трампа. Нет, он так не сказал. Он сказал, что Обличайник развился так, как должен был в этой ситуации сказать президент великой страны, которая многонациональна, в которой много разных групп, в которой запрещено запрещать, в которой есть первая поправка, которая разрешает говорить, исповедовать любую религию, и за это никого нельзя бросить в тюрьму. Вторая поправка.